37-летняя герцогиня Кембриджская принимала парад, стоя рядом с Елизаветой II. 93-летняя британская монархиня не смогла сдержать эмоции во время двухминутного молчания. В Британии отметили День памяти павших, который в народе называют маковым днем Поп-Дэй. По центру Лондона прошел военный парад. Королева наблюдала за ним с балкона Форин-офиса. Рядом с ней находились Камила Паркер-Боулс и Кейт Миддлтон. Сегодня стал известен короткий диалог, который произошел между тремя женщинами перед самым началом мероприятия. Они обсудили прохладную лондонскую погоду. «А разве там не холодно?» – спросила герцогиня Корнуэльская. «Очень бодрит», – отметила герцогиня Кембриджская. «Здесь достаточно холодно», – заметила королева. Праздник отмечают с 1919 года после окончания Первой мировой войны, чтобы почтить погибших воинов. Елизавета II принимает участие в нем долгие годы, со времен, когда она еще была принцессой. Она знает наизусть церемониал праздника и гимн. Обычно сдержанная на публике Елизавета II на этот раз не смогла совладать с собой. Во время минуты молчания ее глаза увлажнились. Она смахнула набежавшие слезы. Этот жест королевы сняли фотографы. Кит приветливо обратилась к бабушке мужа, попытавшись приободрить ее. По данным Министерства обороны Великобритании, в параде приняли участие более 800 членов Королевского флота, британской армии и королевских ВВС.